На картине изображены два неразлучных символа – полуженщины, полуптицы, сирен и алконост. Одна выражает горе и тоску по утраченному раю, вторая выступает предвестницей веселья и наслаждения. Согласно славянскому поверью, обе прилетают в сад в преддверии яблочного спаса. Сирен скорбит по уходящему лету, а алконост придает яблокам волшебные целебные свойства. Райские птицы восседают на ветвях одного и того же дерева на одном уровне, только по разные стороны ствола. Сирень находится слева, там, где во многих культурах расположено все дурное, темное и дьявольское. Алконост справа, на стороне добра и надежды. Оранжевое рассветное небо великолепно оттеняет прелесть обоих сказочных созданий. Легенда гласит, что птица алконост откладывает яйца на берегу во время зимней стужи, а затем уносит их на глубину моря. Птенцы появляются спустя неделю, и все это время вода остается спокойной. Такие дни штиля моряки называли алкионовыми.